shake it, baby. One time. При этом иногда говорил «стоп». Режиссер говорил: «В чем дело, Саша?» Говорит: «У меня тут написано до Парижа 10 километров. Сколько там километров? Ой, один. Извините». А потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Мы что, стали бы так глупо рисковать? Уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Шпана шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен, чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хорошо. Ты? Ты живой? Витторио Антонио Скалетто. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Тебя удивляет вся эта кровь, смерть? Вы сами выбрали такую жизнь? Рано или поздно везение кончится. Кто следующий? Ты?